смотреть. Да я боюсь, что мы сейчас слоем по морде. Опа. Это свой. Что, ты думаешь отсюда поработать? Да просто накидай. Хорошо, фугас сейчас. Накидали? Да. Это был... Это спитер был? Наверное. Еще успел выбежать даже с него. Охренеть. Накидай, да? Зря мы стояли. Я как чувствовал, что мы сейчас морды поймаем. Знаешь, я такой сижу, типа... Ну что, можем следить, ну, я говорю, ну ладно, сыря. А потом, знаешь, сижу и такой думаю, да блин, может реально ты хочу еще слово. И вот только у меня мысль это заканчивается, было и сразу вот так чпок. Да. Надеюсь, настолько там двое было, да? Ну. Теперь танкисты будут светиться. Да. Да у нас пехтуринцев только Детуз остался. Детуз, два танкиста и этот... Гонзо. На самолете. Mm-hmm. Хороший скриншотик будет. Да. Оу! Показалось или только что там что-то прилетело? Прилетело. Еще и танк по ним, по-моему, работает. Или мне кажется, или... А, да-да-да, короче, сидит танки. У них тоже 55-ка? Да. Уф. Прям танковый дуэль. Я надеюсь, они не будут сильно умничать, будут осторожно действовать. Хотя, судя по всему, как они стали, это сейчас словят они что-то. Либо от спитера. О! Ты видишь? Да ты кривой, тебе за тебе ничего не говорят, ты берешь, двигаешься, я тебя не понимаю, зачем ты двигаешься? Я корпус двигаю, Аллах. Зачем ты его двигаешь? Я только увидел этот силуэт обоссанный. И ты начинаешь двигать. Красавчик.